Это видео не предназначено для лиц младше 16 лет. Да всем. Дран-дан-дан, дорогие друзья, с вами Яблоко, и сегодня мы продолжаем играть в The Long Dark. Мы остановились в прошлой части, где-то там, или тут, я не знаю. Я просто сюда пришел, положил... А, да, точно, мы тут остановились, я как раз поспал. У нас какая-то хрень была. То, что он там что-то умирал. Вроде бы, хочется... пить, есть, все хочется. Эта серия будет недолгой, так как я уже говорил, что я серии долгими пока что делать не буду. Смысл мне долгих серий сейчас. Попей вот этого вот. Калорий как-то мало, слушай. Да что сейчас было? Какой-то удар по железному чему-то там. Ладно, в принципе, не особо важно. Открыть, ну открой. Открой. Посмотрим, сколько ты потеряешь и сколько ты восстановишь. Потеряно. В смысле потеряно? Вот никак не могу понять, что значит потеряно. Ладно, в общем-то, смысл сейчас весь не в этом. Смысл то, что мы уже уходим отсюда. Мне сказали, типа, чувак, иди сходи на склад, там много плюшек валяется. Я не хочу туда идти, там волка я встретил. И, короче... А, да какой... я не хотел отдых нажимать. Слушай, ты какой-то больной. Ну, ты сам пойми. Осталось менее часа ночного времени, ты хочешь поспать. Ящик. Ну-ка. И как, тут темно будет? Ну, скорее всего, да, уже начинает темнеть. По-любому. Так, чтобы нас не напал волк. Вот пока давайте зайдем, короче, темнеет. Я не знаю, в принципе, можно было бы пойти, но мне кажется, что лучше нам будет, если мы, допустим, поспим. А это что у нас? А, 100%, ага. Значит, действие собрать. Так, ухо чешется, собрать. Собрали, так, теперь что у нас дальше? Носки. Ремонт, мне кажется, не особо чем-то этот. Надо джинсы, ремонт. Да, ремонт. Сейчас отремонтируем, потому что мне кажется, что нам джинсы нужны. Так, я сейчас... Опять мне тут кто-то звонит. Поставлю. Так, а ты что не отремонтируешь? А, ну ладно, нормально. Особо нам, мне кажется, больше ничего не надо. Можно уже. Ты понимаешь, да? Короче, уже можно разложить. И 5 часиков храпнуть. Сейчас храпнем. И тогда, наверное, можно уже будет пойти. Сейчас посмотрим, что-то у нас по калориям. Пей. У нас еще 50 литров неочищенной воды. И мне кажется, он по-любому должен заразиться. Еще пей. Калории себе восстанавливай. Ну, жуткий голод не особо мне как бы... И важно это. Мне, в принципе, насрать, что там у тебя за голод. Мне сейчас главное ночное время пережить. Ну, я думаю, 2 часа, если мы поспим, ничего с ним не случится. Я так надеюсь, по крайней мере, я надеюсь, потому что если мы сейчас сдохнем, то это вообще какой-то хэпик, хренэпик будет. Как-то уж вообще чересчур жестко поднять. Так, а вот теперь уже можно нормально поесть, полноценно. Правда, мы сейчас, кажется, отравимся. Потому что я как... Нет. Ну, открой, допустим, открой. А он открывает, интересно... Это у него как реально время идет, как бы тратится, проходит наше время или нет? Вот тоже какой-то такой вопрос у меня. Хочется пить. Ну на, попей еще вот этого, еще раз рискнем. Что там? Ничего, слушай. Спальный мешок. Нахер мне твой спальный мешок? Так, значит, короче, идем. Куда мы сейчас идем? Нам сейчас главное не напороться на волка. Вот что нам самое главное.
А, точно, точно, точно. А, ты же прыгать не умеешь. Точно, я забыл. Нам нужно выбраться с этого склада. А выбираться мы куча. Китобойню. Тут, походу, реально больших китов били. Даже, ну, нормально таких. Вообще больших-больших прям. Тут, наверное, градусов 20, да? Нет, слушай. 12, как-то я думал, тут будет больше. Это что сейчас было? Что-то как-то FPS жестко просел. Я снимаю в 120 FPS. И у меня сейчас как-то странно. Ну, нормально, так хорошо просело. До 100, то есть 20 FPS. Куда улетели 20 FPS? Так и до сих пор не могу понять. В общем-то, не важно. А сейчас давайте дойдем до корабля. В серии, я говорил, будет не особо долго, потому что смысл делать уж очень долгие серии я не вижу. Минут 10 я сделаю ее. На этом, в принципе, можно будет уже заканчивать. Но как-то так непривычно. Снимал сначала серии по 40 минут, сейчас по 15. Только-только начал и уже заканчиваю. Ну, непривычно для меня, по крайней мере. А это кто? Это олень? Походу, олень. Это бочки. Ткань. А, я думал, это ящики какие-то. Судно. А тут волки есть? Чё-то как-то подозрительно. Да ты чё не зажёг-то? Ну ты ж... Я думал, ты уже зажёг. Давайте пройдем все судно. О, чё... Ебать, оно большое. Что-то я не уверен, что мы все судно пройдем. Туши фонарь. Вот реально я сейчас... Сыкую идти туда. Потому что если... В меня там опять встретит волк, то это будет... Как-то не очень хорошо. И для него, и для меня... Ему тоже будет неприятно, и мне тоже будет неприятно. Никому не будет приятно. Пластмассовый контейнер. Обыщем. По-любому на том складе, на котором мы сначала тусовались, там по-любому был волк. Мне даже об этом написали в комментах. Типа, чувак, ты пока туда, короче, не суйся. Ну, ты понял, да? Там, короче, волки сидят. Типа, их там двое-трое. Поэтому лучше нормально разживись. И потом, под конец, когда уже тут нечего будет делать, сможешь сходить. Неожиданно потухло. О, ящички. Я даже забыл то, что их обыскивать можно. О, да ну. Нашли книга. Ага, думали спрятать у меня, черти. Аптечка, ну найди ты чё. Да, набор для шитья вообще аптечки. Это логика. Логика русских. Положить в аптечку набор для шитья. Ну, может быть, может быть. Металлическая полка. Дальше ни хера не вижу. Действие. Заправить. А, точно, у нас же нету. Нарядить. Ну, давай, зажги. Может, больше мне ничего не остается. Уголь, уголь, уголь. Металлолом. 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 Уголь. Все. Вы меня больше ничем не порадуете, только углем. Почему он, кстати, углем не может заправлять? Это же было бы даже, мне кажется, нормально, логично. Потому что, как бы, ну, уголь, там уголь об уголь дается. А, точно, там же горит-то что? Горит керосин, чертов керосин. Туши, 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 туши. Хотя нет, что-то... Зажги. Ну что, я ни хера не вижу. И, короче, нормально темно. Труд. Я нашел какую-то кофту. Толстый. Подушка, кровать. Не надо мне спать. А теперь можешь тушить. Сейчас я вижу. Я вижу, что у нас тут происходит. Так. Это вот, по идее, будет лучше, если мы отремонтим их. Да, ремонтим.
Не, я-то думал вообще корабль побольше. А он не особо-то и большой. Носи. Мне не жалко. Ремонт. Собери, нахер надо. А, 20 минут точно вон. И для ремонта там тоже время надо было. Так, толстый свитер я какой-то нашел. Он вообще какой-то запущенный. Что-то мне кажется, что на кроватях по-любому что-то должно лежать, да? Да, пластмассовый. Ну найди хоть что-нибудь. Зря что ли за. А, ну. Ну ладно. Я зря зажег. Так, это мне показалось, что тут вторая комната есть. Так, ну все, да? Злаковый батончик. А тут я что-нибудь буду видеть? Ага, хрен там. Буду. Так, а мне интересно, а волки могут точно так же перемещаться через эти? Так, 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 стоп, 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 сатуши. Я помню то, что, да, тут у нас труд, а нам-то обязательно надо. Труд нужен всегда. А, я его и так даже вижу без фонаря. Так, давай разламывай, и, в принципе, на этом, мне кажется, так, пока что. Так, сколько мы там уже записываем? 9 минут, где-то так. Где-то в этом районе. В общем-то, подписывайтесь на меня ВКонтакте, на паблик, куда там еще можно. В общем, подписывайтесь куда только можно. Серия получилась такая коротенькая. Не совсем... не совсем о чем-то. Но она нормально получилась. Как бы мы много в этой серии повидали, много чего нашли. В принципе, об этом все. Больше мне говорить не о чем. Ну, хотя давайте, давайте. Я могу оставить ссылки. Ссылки. Обманул вас. Оставить могу. Я их по-любому оставлю. Я их всегда оставляю. Я сейчас просто так серию тяну. Чтобы обижать, чтобы потом не начинать патрон. Давайте тогда доищем обычные перчатки. Да, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на паблик, на мою страницу ВКонтакте, в паблике выходят новости, почему нет видео, и когда будет видео, какое видео, публикую видео. В общем-то, всем удачи, ребятушки, и всем пока.